Так, у нас тут Наташа. Наташ, ты в пакете там что-то достаешь, wellness, да? Да, я достаю wellness для женщин. Я его принимаю уже давно. Ну, наверное, уже около 3 лет. Uh-huh. Мне он очень нравится, потому что он помогает поддерживать мое здоровье. А что конкретно, например, тебе? Вот? Ну, например, вот у меня проблема с суставами. Они uh-huh. у меня стали меньше болеть. Вообще нет новых воспалений. Uh-huh. Вот. Потом я чувствую меньше усталости. Uh-huh. Ну, вот эта коробочка стоит, можно считать, 1000. 980, да? Да, ну, можно сказать, 1000 возьмем. А вообще ее открыть можно? Посмотреть, что открыть, там? Открыть, да, конечно, можно. Почему нельзя? Это моя просто коробочка. Чтобы посмотреть, что там внутри. Потому что говорят, что очень дорого, а на самом деле, что там не одна витаминка лежит. Да. И, значит, там у нас 21 пакетик. Да, 21 пакетик. Вот такие пакетики, угу. в которых сразу, находится, да? Да, 2 капсулы рыбьего жира, 1 астаксантина и 1 капсула, ой, не капсула, 1 таблеточка минералов плюс витамины. Угу. Вот это все принимается один раз в день, такой один пакетик в день, лучше после еды. Угу. Вот, и принимается ежедневно. Угу. Есть же такие и мужские витамины, да, точно угу. такие же, угу. только немножко у них другие витамины. У меня муж вот их принимает, ему тоже нравится. Угу. Вот. Ну, нельзя говорить, что они там дорогие, потому что мы заботимся о своем здоровье. Если мы заболеваем, то мы, я думаю, что мы тратим больше денег на лекарства, ага. да, и плюс к этому мы еще теряем свое здоровье. Uh-huh. А это я считаю, что это не так-то и дорого. Для своего здоровья ничего не жалко. Uh-huh. Нельзя жалеть для своего здоровья. Замечательно.